Покажу вам еще один пример того, как неправильно люди едут, не зная, что у них совсем другая беда, едут к карбюраторщику. Приехала машина сегодня утром сюда. По причине послали, он был на 5 станциях. Вот у нас в городе был, в Ульяновске был на одной, и у себя в районе был на одной станции. Вот. И все посылают к карбюраторщику. Ну, машина дергается. Дефект такой. Машина при наборе скорости, серия тычков таких, рывочков. Я прокатился с ним, это не карбюратор. Карбюратор себе так вести не может. Это зажигание, система. Что мы делаем прежде всего? Есть у меня пистолетик, я уже его показывал. Вот такой тестер. Проверяем свечки. Все рабочие. Проверяем систему зажигания, там угол замка, состояние контакта, все рабочие. Проверяем резистор, рабочий. А машина дергается. Дошли до проводов. Вот его провода. Вот, посмотрите. Это новые силиконовые провода. Вот они. Я с них снял наконечники, человек уехал, просто я ему сделал свои. Я расскажу попозже, что я делаю. Начинаем замерять провода. У них есть, конечно, какое-то конечное сопротивление, ну, скажем, там 8, что ли, киловолт, я не знаю. Вот новый силиконовый провод. Вот у меня китайский омметр. Иди сюда, Жень, покажи вот здесь, вот поставлю, стрелочка как отклоняется. Меряем сопротивление. Ставлю и вижу бесконечность. Провода нет. Это не провод, это белевая веревка. На станции это никто не мог. Следующий провод меряем. Сюда да вижу, замерим. Меряю следующий провод. Бесконечность. Опять провода нет. Меряем третий провод. Вот показал один провод. Хорошо. Мы его в сторонку отложим. Еще меряем провод. Бесконечность. Товарищи, я вот показываю, смотрите. Стрелка не отклоняется. То есть по проводу ток не пойдет. Следующий меряем, последний. Бесконечность. О каком карбюраторе можно вести речь, когда нет ни одного провода? Неужели на это на станции никто не делает? Я это делаю на всех машинах. Причем силиконовый провод хороший, конечно. Потому что он, у него одно достоинство. Он не мерзнет. Вот и все. Больше достоинств у него никаких нет. Одни недостатки. Вот смотрите, хороший провод, все хорошо. Но в оконцовке, он, по нему это белевая веревка. Веревку натяните и катайтесь. Так вот, смотрите теперь сюда. Я делаю провода сам. Вот мои провода тоже силиконовые. Но силиконовый провод с нулевым сопротивлением. Мне могут электрики знатоки возразить. Не бывает таких проводов. А я говорю, бывает. Вот в этом проводе внутри пучок медных жил. Я нахожу такой провод, вытаскиваю вот эти вот наконечники у человека и ставлю, заряжаю своими проводами. Вот этот провод, вот показываю. Вот в таких бухтах он продается. Он не дешевый. Ну и не дороже, чем на этом магазинах продаются. Значит, давайте померим в этом. Помоги кто-нибудь это. Подержите. Иди это, Влад. Да ты просто подержи, я в это. Да давай вот так подержи. Давай, держи. Мерим провод на сопротивление на моих проводах. Все, поближе подойди. Так, я ставлю сюда. Ну вот одному же. Чего ж, некому подойти, что ли? Смотрите. Вот покажи сюда. Ноль сопротивления. Ноль. Отличный провод. Мне могут возразить то, что эти провода делают помехи. Я продал этих проводов комплектов 500. Если не больше. Вот такие уже бухты таких вот. Я продал где-то, ну, уже 10-20 бухты, наверное, я не знаю. 100 метров в бухте. Беру наконечники, покупаю просто в магазине. Но они не очень хорошие, это... Балаковские, наконечники, ну, хорошее не то слово, они просто говно. Вот смотрите, они каменные. Ну, деваться некуда, вот так вот все собираю, провода. Да. Просовываю тут наконечники. Есть у меня обжимка, есть у меня контакты. И провода получаются на ура, просто на ура. Значит... Можете взять себе на заметку и делать точно такие провода. Я такие провода ставлю на... Такие провода ставлю и на иномарки приходят. И такие провода ставлю и на машины.
на такие наши советские переднеприводные, там, классику. Значит, мне могут возразить, что они помехи создают. Вот у кого есть регистраторы, никаких помех. Телевизоры есть, никаких помех. Магнитофоны есть, никаких помех нет. Так что вот, вот обжимка. Сюда вставляю, наконечник, тукнул, сею, и вопросов никаких нет. Так вот, ребята, то есть систему зажигания надо всегда обязательно проверять наличие сопротивления на проводе. Вот так вот. Все.